просто болела спина. Пришел, сходил на визит к нейропатологу, вот, направили на МРТ. Сделал МРТ, оказалось, большая опухоль в позвоночном канале. Немножко не ожидал. Думал, сейчас припишут маску и все пройдет. Все началось где-то месяцев, может, 10 назад. То есть она болела иногда периодически. То есть когда долго за рулем. И вот она проявлялась, там поболела, буквально денек проходила. Ну, на это, естественно, не обращал внимания. И потом все проявлялось все чаще и чаще. Ну, и уже дождался до того момента, когда постоянно и уже не было возможности терпеть. То есть мешало спать. В итоге поставили диагноз опухоль спинного мозга, которая росла в канале позвоночника, сдавливала нервные структуры. Геннадий Геннадьевич 2 секунды посмотрел на снимок и сказал: давай я тебе послезавтра ее вырежу. Просто профессионал своего дела. То, как он, насколько быстро он поставил диагноз и спокойно мне ответил, то есть оно успокоило сразу. Прошло около месяца, пациент чувствует себя хорошо, вышел на работу. Все симптомы вышеупомянутые регрессировали. Что пожелать людям? Вот если что-то болит, наверное, идти в больницу. То есть, почему мы не идем? Сейчас пройдет. Какие-то бытовые проблемы, работы мешают нам пойти что-то продиагностировать. Это очень сложно вот так вот взять и просто так пойти. Ну, это так лично для меня. То есть я дотянул до последнего, когда уже невозможно было терпеть боль. Все то, что на сегодняшний день мы делаем в Одраксе, в принципе, это английская школа, которую в Украине впервые ввел Курилец Игорь Петрович, под началом которого я проработал 20 лет. Это была новая эра, эра микроскопа и эра микрохирургии. Тогда мы еще работали в больнице скорой помощи города Киева. И чтобы вы понимали, когда были внедрены новые методы, то нас на протяжении года закрывали по несколько раз и открывали. Потому что все другие нейрохирурги Украины работали еще по тем старым методам до эры микроскопа. Я считаю, что хирургия, нейрохирургия, работа творческая очень много означает, насколько ты хорошо себя чувствуешь морально, насколько люди, которые окружают тебя, создают тебе комфорт. Операционная, в которой ты оперируешь, подготовлена под эту операцию. Вот это все складывает такую вот ауру и дает возможность хорошо оперировать и выходить там из всяких осложнений, которые возникают во время операции. Помню, был случай, пациента привезли, он не мог двигаться, его привезли с половинкой дивана. Он вцепился в диван, и такой болевой синдром был, что он просто не мог подняться. Препараты обезболивающие, наркотические не помогали. Его обследовали, половинку этого дивана поставили на каталку, и так его завезли на животе в операционную. Когда его уже вводили в наркоз, он посмотрел на меня и сказал: Геннадий Геннадьевич, я вас только попрошу, сделайте, пожалуйста, все хорошо, потому что у меня 5 дочек. Я их еще должен выдать замуж. Что я сказал, вы не могли мне это сказать после операции? Но, слава богу, все прошло успешно. Пациент на следующий день уехал домой.